Так, знакомимся с моделью 828, производитель Корея, производитель Livol. Вот идет у нее такая упаковка. И давайте, что самой лампы. То есть лампа, она достаточно тяжелая, в принципе, если сравнить с 36 ваттами, то такая массивная. То есть с собой ее не поносишь. Вот. Когда берешь ее, сразу ощущается качество корпуса и исполнения. Корпус достаточно прочный, достаточно качественный, сразу видно, что сделана она, то есть не дешевая. Вот. Что позитивно в этой модели? Съемное дно. Вот. Если его снять, мы сразу увидим вентилятор, который размещается сверху лампы. И 4 лампочки, которые позволяют качественно высушить ногти. Вот. То есть дно у нас легко одевается назад. Вот. Что касается таймера. Вот у нас есть, выходит, таймер можно выключить до бесконечности, либо включить его в режим, который нам надо. Таймер у нас выставляется 1, 2 и 3 минуты. Ну вот, допустим, вот его включили, и потом выставляем. То есть, допустим, 1 минута. И, соответственно, вот как бы так. Лампочки здесь индукционные, поэтому загораются они постепенно, то, что является более качественным исполнением. Ну вот, таким образом работает. По истечении срока с таймера они сами выключаются. Можно выключить сам. Вот, в принципе, так.